Magic Pets. Я Софи. Привет. Ого, тут в нашем видео ваши комментарии появляются. А я Юмичу. А я Миша. Миша, лайк. Сегодня на нашем общем канале с нашей хозяйкой Аней, Magic Family, вышло видео о том, как мы побывали в лесу и нашли там кое-что очень таинственное. Да, потом посмотрите это видео. Ссылка в описании. Знаете что, а давайте пойдем в лес сами, без Ани. Без Ани? Сейчас спросим Алису, что нам для этого надо. Не думаю, что наша киса Алиса знает. А я и не про кису. Алиса, что взять с собой в поход? Вот что нашла в сети. Удобная обувь, удобная одежда, аптечка, навигатор, компас и карта, рюкзак, палатка, спальник, каремат, пенка, горелка с газовым баллоном, вода и еда, посуда, средства личной гигиены, спички, зажигалка, дождевик, фонарик. Какой-то очень длинный и сложный список. А давайте мячики возьмем, играть будем. А может спросим, что взять в поход с собакам? Кидай, Юми. Отличный пас. Точно, будем играть в футбол. Давай, пасуй, пасуй, пасуй. А все, это мой мяч. Не, ну так нечестно. А может в нашем телеграме у ребят спросить? Или в группе ВКонтакте, или в Яндекс.Дзене? Чтобы там у кого-нибудь что-нибудь спросить? Нужно, чтобы сначала ребята подписались на все наши новые соцсети. Да, надо сказать им, что ссылки в описании. А у меня будет свой мяч. И мне лайк поставить, понятно? Да, вы же поставите мне лайк. Конечно, Юми. Да ладно, не факт, не правда. Это мне лайк поставят. Нет, мне. Ладно, давайте правда спросим. Алиса, что взять с собой в поход собакам? На zenyandex.ru есть такой ответ. 1. Возьмите с собой пенку для собаки или плед, чтобы питомцу было удобнее лежать в палатке. Это все опять не то, ребята. Алиса, почему ты нас не понимаешь? Если бы я могла. Может, вы мне объясните? Потому что ты робот. Ну, можно и так сказать. А мы собаки. Мы это кто? Юми, Миша и Софи. Ищу в Яндексе. Она нашла просто наше видео. Да уж, теперь нам придется разбираться без тебя. Но это не проблема. Это проблема. Все, норм будет, не переживайте. Нам придется самим все решать. Согласна, но мы справимся. Без тебя. Я всегда с вами. Да уж. Вас что, не устраивает? Ты прикалываешься? Это не в моих силах. Давайте попробуем поговорить. Мы и так разговариваем. И мне это очень нравится. Какое настроение сейчас? Ой, все, пока. До скорого. Видимо, придется, правда, другой Алисе звонить. Кисе Алисе. Она часто гуляет в лесу и точно знает, что взять в поход. Раз, два, три. Слушайте, ребят, я тут занята вообще-то. Ну, в общем, возьмите там все, что надо, чтоб пожрать, попить, поспать, ну и от монстров всяких защититься. От каких еще монстров? Все, пока! Ну, в любом случае, все стало намного понятнее. Доставай рюкзак, Юмичу. Ну да, пожрать, попить, поспать, а не то, что эти списки сложные. Так, я знаю, где взять одеяло. Не одеяло, Юмичу, а одеяло. Какая разница? И вообще, это плед. Тебе в школу надо ходить учиться. Одеяло, а лед, какая разница? Давайте лучше доставать, помогайте. А то мы в этот поход вообще никогда не пойдем. Тем более, нам надо еще еды купить для шашлыка. О, шашлык это круто. Точно, будем делать шашлык. Фу, я его достала. Не забудь шкаф закрыть, чтобы Аня не заметила. Все под контролем. О, давайте фрисби возьмем. Миша будем там его кидать, а мы будем ловить. Давай, Миш, ну-ка я попробую. Миш, ну это не я, это ты плохо кинула. На. Юмичу, а ты это уверена, что поймаешь? Я же супер покемон, ты что, давай. Видали? Да ну вас, я тоже научусь. А мне лайк за это. Чур, Миша идет в магазин за едой. Почему я? Мы будем на улице рюкзак сторожить. О, ну и жара. Юми, а ты знала, что зевание заразно? Ерунда. Смотри. Фигня. Ничего себе. Дистанция 1.5 метра, вы ко мне, женщина, не подходите. А тут же всего 1.5 метра. Ладно, ищем мясо. Отлично, нам подходит. Надеюсь, у меня хватит денег. Так, надо немножко овощей на салат. Чего-то Миша долго. Наверное, мясо сложно выбрать. Это самый классный отдел. Может, против тех монстров, про которых Алиса говорила, пистолетик взять? Вот мне не подойдет, а вот этот ничего. Да сколько можно там огурцы-то покупать? Интересно, могут нам слаймы в походе пригодиться? Набор для готовки, ну, мы вроде взяли. Можно в караоке в лесу попеть. Ой, какой классный рюкзачок со всем необходимым. Кажется, я нашла то, что нужно. Вдруг нам мяса не хватит, и мы захотим на рыбалку сходить. У меня есть удочка. Надо было, видимо, самим идти. Надеюсь, Миша ничего лишнего не купит. О, мне надо в этот отдел, когда мы поедем на море. Классные очки, плавательные жилеты, надувные матрасы. Класс. Может, она забыла, зачем пошла? Про нас она забыла. Надеюсь, хватит. Так, рюкзак тащим по очереди, ты первая, Софи. А что я-то? А я в магазине была. А я самая младшая. В том-то и дело,
это не аргумент. Ладно. Так, нам надо в этом лесу найти то самое место, которое мы нашли сами. Главное, монстров не встретить. Это да. Так, сейчас следующая очередь. То место, куда мы идем, очень подозрительное. Мало ли кто там живет. Пусть Юми рюкзак несет. Нет, я единственная из всех вас помню, куда нам надо идти, так что твоя очередь, Миша. Может, картошку не будем брать? Полегче будет. Миш, неси давай, хватит капризничать. Мне кажется, чуть-чуть осталось, и мы уже рядом. Да, я чую, мы уже совсем близко. Кто же тут живет, интересно? Надеюсь, нас никто не съест. Фух, наконец-то. Мы на месте. А вы уверены, что это то самое место? Точно-точно, вот то бревно. Да, здесь мы и организуем лагерь. А вон тот самый таинственный домик на дереве, который мы обнаружили с Аней. Помните, Аня показала, что там наверху на досках выцарапано? Да, жуткие надписи кто-то духов вызывал. Жалко, мы наверх залезть не можем. Что-то как-то страшно, и там как будто кто-то ходит. Спокойно, Миш, для начала нам нужно организовать костер. Да нет же! Для начала нужно тут прибраться, а то тут куча мусора всякого валяется. Значит, надо выдать Мише мусорные пакетики, и пусть она тут везде прибирается. А почему опять я ходила в магазин? Миша, привыкай, в походе все честно. Кто-то должен собирать дрова. А кто-то убирает мусор, так что на тебе пакет. А это точно новый пакет, он как-то пахнет странно. Какая разница, ты все равно туда мусор будешь складывать. Кажется, пакет меня схватил. А мне кажется, там в лесу кто-то ходит. Я тоже что-то слышала, неужели кто-то следит за нами? А этими дровами для костра мы не защитимся. А что мы будем делать, если нас тут украдут? Чтобы не пропустить продолжение похода питомцев, подпишись на канал. Смотри видео про домик на дереве по ссылке в описании. И не забудь подписаться на все наши соцсети.